Работаем много, работаем качественно, работаем честно, только командой. Романов энд компани. Начиная с завтрашнего дня, 1 августа, деятельность бассейнов по всей стране будет приостановлена. Об этом на сегодняшнем заседании заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает Telegraph.md. По словам премьера, владельцы и администраторы этих мест развлечения не соблюдают меры по борьбе с COVID-19.